Всем привет, меня зовут Илья, я родом из Барановичей, и я активист анархического движения Беларуси. Я неоднократно подвергался репрессиям, как и до 20-го, и после 20-го года. После выборов в Беларуси я 4 раза сидел на сутках, неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Судили меня, естественно, как и всех судили. И благодаря ребятам из ОЧК я получал очень много поддержки. Мне передавали передачки, нанимали адвокатов, за что я им безумно благодарен. Но сейчас ребята нуждаются в финансах для того, чтобы продолжать свою деятельность, которая заключается в том, чтобы поддерживать анархистов в заключении, которых на данный момент больше 30 человек. Поэтому я бы хотел вас попросить поддержать ребят и дать им возможность продолжать помогать людям. Ну и, наверное, все. Спасибо вам вообще всем.